Всем привет, друзья, с вами Варчик, и в этом видео я вам расскажу, как быстро спускаться на парашюте, поскольку вы могли часто замечать, что еще в самом начале игры уже кто-то вас опередил, и пока вы приземляетесь, уже кто-то бегает с оружием. Со временем таких людей, которые научатся быстро приземляться, будет все больше и больше, поэтому, если вы хотите комфортно играть в эту игру, уже сейчас вы должны уметь быстро спускаться, поскольку потом вы будете единственный болтаться там вверху, а все уже будут бегать по земле. Ориентировочно нужно пространство в районе 300 метров. По миникарте это 3 клеточки. Для чего нам нужно это расстояние? Для того, чтобы при спуске разгоняться вниз на максимальную скорость 233 км в час, потом двигать мышку вперед, чтобы персонаж немного выровнялся по горизонту, затем снова потянуть мышку на себя, чтобы персонаж наклонился вперед и опять разогнался до максимальной скорости 233. Так нужно сделать хотя бы пару раз, и вы будете одним из первых, кто приземлится в нужное вам место. Если точка, в которую вы хотите приземлиться, находится дальше, чем 300 метров, то вам нужно сначала подлететь поближе к этой точке, а потом спускаться вниз. Не забудьте, что все время, пока вы спускаетесь, вам нужно держать кнопку W, для того, чтобы персонаж летел быстро и разгонялся. С вами одновременно будут приземляться только те, кто точно таким же способом спускаются. Вы будете иметь преимущество только над теми, кто так не спускается. Но хотя бы у вас будут равные шансы с теми, кто уже умеет так делать. Потренируйтесь, у вас по-любому будет получаться. Вам всего лишь нужно будет научиться раскачивать персонажа вперед-назад и определять расстояние до точки, в которую вы хотите приземлиться. На этом все, с вами был Варчик, играйте красиво, пока.